Декорации постановки «Любовь к трем апельсинам» сделаны в стиле авангарда 20 века. Работы напоминают творчество Кандинского и Малевича. Зрители на сцене увидят настоящий конструктивизм, геометрические формы, черно-красные тона и объемные фигуры. Знаменитую оперу Сергей Прокофьев написал, основываясь на пьесе знаменитого Всеволода Мейерхольда, который вдохновился одноименной сказкой Карла Гоцци. За 100 лет постановку показали во многих театрах мира. Сейчас на очереди Самара. Художники по костюмам решили сделать наряды в соответствии с высокой модой. Актеры выглядят как модели на дефиле от кутюр. Сейчас команда работает над головными уборами. Очень много фантазии и каких-то интересных таких вещей. Ну, например, один из таких второстепенных персонажей, но здесь тоже очень четко и ясно видно, это трубач. И вот такой вот цилиндр. Кажется, что он классический, но в то же время вот этот вот бортик, он дает именно вот ту фактуру и то присутствие, которое необходимо. По сюжету оперы в результате политических интриг главный герой становится жертвой заклятия и влюбляется в фрукты, в 3 апельсина. Он должен любой ценой их найти, чтобы чары рассеялись. В самарской постановке необычное оформление сцены театра. Художники-постановщики вдохновились супрематизмом Малевича с его черным, красным и белым квадратами. Идея такой постановки именно в Самаре возникла не случайно. В 90-е годы в городе нашли 4-й квадрат знаменитого художника. Теперь работа хранится в Третьяковской галерее в Москве. Но мы об этом узнали уже, когда было у нас решение. Вот это было очень неожиданно для нас. Мы думаем, наверное, это не случайно, что вот мы это придумали, и вдруг оказалось, что вот такое совпадение. Это достаточно сказочная история. Хотелось, чтобы она была необычная. Но ведь, кроме всего прочего, мы задаемся вопросом, кто мы и в чем смысл нашей жизни. И поиск принца из сказки – это поиск самого себя. И в итоге он приходит к решению. Поэтому вот нас все так вдохновило. За красоту на сцене и яркие образы актеров отвечает главный художник-постановщик Елена Соловьева, дважды обладатель самой престижной театральной премии страны «Золотой маски». Такая философская комедия, скажем, потому что мы закладывали мысль, не знаю, насколько это прочитается зрителям, о творчестве, о жизни, как все начинается и как продолжается, и как иногда мы начинаем все с нового листа. Премьерные спектакли пройдут 13 и 14 сентября, начало 18:30. Перед спектаклем 14 сентября для зрителей прочтут лекцию об опере «Любовь к трем апельсинам». Начало в 17:30. Вход по билетам спектакля. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.